Приветствую всех домашних мастеров и любителей инструмента. В этом видео мы посмотрим цену на аккумуляторный широковерт Fiwe Pierce 18 вольт, 2 батареи, кейс черно-салатовый из AliExpress. Заходим на сайт «Пояс ручных и электроинструментов» по ссылке под этим видео и нажимаем кнопку «Посмотреть цену». Цены актуальны на 10 января 2019 года. Сейчас вот такая акция здесь идет. $20, $200. Купон для новичков. Но мы посмотрим доставку, чтобы и доставка была известная. Вот посмотреть и купить. Нажимаем. И нас перебрасывает на, ну, цифры те же. $20, $200. Это Россию бесплатная доставка, оно из Китая. И вот так сделаем. А, вот здесь, здесь есть две комплектации. Первая комплектация никаких сдвигов, здесь никаких сдвигов, но... А, Китай же нужно на все. Вот теперь смотрите, что получается. $200 это вот стоит такая комплектация. Сам просто шуруповерт. $200. И вот такая комплектация. Это у нас пилочки для лобзика. Но пилочки это кому-то нужны, не нужны, не знаю. Это на любителя. И стоит $20. Ну, в России доставка бесплатная. Посмотрим остальные регионы. Да, шуруповерт за $200. Так, смотрим. Так, где же это? Белоруссия. Вот, Белоруссия. Так. Бесплатная доставка. Смотрим Казахстан. Казахстан. Бесплатная доставка. И Украина. А в Украину доставка также бесплатная. Ну вот такой шуруповерт и набор пилочек. Шуруповерт за $200. Ну, каждому, как говорится, свое. Мое личное мнение, за такие деньги я бы не покупал. А каждый решает сам. Вы были на канале «Пояс ручных электроинструментов». Это действительно удобный шопинг для всех домашних мастеров и любителей инструментов.